Трачу на нее, трачу на нее. Вот, вот вы что-то в стиле понимаете. Но вот это просто невероятно. Спасибо. Я просто хожу и вообще вот пытаюсь понять, что сейчас модно. Ну это же прям вот, ну, можно снять вот так, как говорится? Есть же реально вот в этом вызов какой-то, хайп. Есть вызов общества. А как это понять, вот что, что сейчас модно? Не знаю. Чисто не из своих предпочтений? Да. А это рождается откуда, вот эти предпочтения? То есть ты на ком-то видишь и копируешь, что-то создаешь? Я просто не понимаю. Типа, ТикТок листаю. ТикТок? А, и там вот прям, типа, идейки какие-то? Прикольно. Только не русские, только не русские. Ага. А тут есть, ну, вот что-то, что можно подобрать, чтобы круто выглядеть, да? Я себе взял футболку с черепашьим сексом, это как? Ну, это вызов тоже. Это, блин, я же говорил. Тоже своего рода вызов. Да, спасибо. А помимо черепашьего секса есть здесь что-нибудь еще, что? Вот какие-то бренды, может быть, посоветуешь мне? Я хочу выглядеть, ну, то есть хайпово. Мне кажется, везде можно найти что-то. Да. Ну, я сейчас кринж одет вообще. Ну, нет. Вполне себе. Ну, мидл такой. Мидл, ну, прожарки. Ну, между, ну, кринжом и хайпом. Повседневочка. Повседневочка. Ну, вот я хочу сейчас вызов какой-то бросить. Ладно. Пойду померяю черепаший секс. Дальше. Все. Классно выглядишь.